смотрите, что я вам хочу показать. Видите? Несколько бассейнов. И только один вот этот уже наполнили водой. А эти бассейны до сих пор еще стоят не наполненные водой. Всем привет! Привет, YouTube! Солнечный привет из Мерсина! Друзья мои, понедельник, и мы с вами на бассейне. Сейчас пойдем плавать. На бассейне только я и молодой человек, а еще КПДЖ. Он поливает кусты на нашей территории. Друзья мои, я решила вас выкупать на своем бассейне. Водичка прохладная, но ведь сейчас только утро. Сейчас только 11 утра. Полчасика мы с вами позагорали. Вообще бассейн работает до 12. Людей нету. Мы с вами одни. КПДЖ поливает цветы. Кусты. Молодой человек плавает. И мы с вами, друзья мои. Водные процедуры с утра. На палке очень удобно плавать. Отдыхаешь. Просто кайф. Упс, друзья мои, очки оставила на шезлонге, потому что шляпа. Ну что, начался у нас сезон. Марусечка сегодня с 9 утра до 4 на тренировке. Все летние каникулы у нее тренировки с 9 утра до 16, кроме субботы в воскресенье. Но потом будет, кстати, праздник у турков, и у них будут как бы каникулы. Вот. Ой, какой кайф. Водичка просто благодать. Просто благодать. Ну, а мы позавтракали. Мы это я и Шанелька. Шанелька и Маруся выгулила ее. Позавтракали. Я доела красную рыбку. Сегодня понедельник. Сегодня базарный день. Мы с вами пойдем на базар. Я хочу черешни, друзья мои. Она такая вкусная. И дыньку хочу. Дыньку вообще Маруся полюбила. Читаю ваши комментарии, друзья мои. Спасибо всем-всем огромное за понимание. Спасибо, друзья мои. Вы правы, мой канал будет только на позитиве. Потому что я счастливый человек. Я счастливый человек, друзья мои. Я живу настоящим. Как говорят психологи, человек, который живет прошлым, он склонен к депрессии. Человек, который живет будущим, тревожный человек. А тот, который живет настоящим, он классный. Так что вот, друзья мои, на моем канале будет только позитив. Еще буквально год назад, когда я переехала в Мерсин, я вот все именно так себе и представляла. Все так же себе нарисовала, что мои дни летние будут проходить на бассейне.
И я вам очень много раз говорила о плюсах бассейна в СИТО. Кстати, те дома, которые новые, сдаются СИТЭ, вот только-только, да, и квартиры у половины дома еще не проданы, возможно, даже бассейн в этом году не нальют. Вот такие вот разговоры. Там будут собрания. Ну, потому что все-таки обслуживание должно быть. А если Айдат половина дома не платит, на какие тогда средства содержать этот бассейн? Поплаваем с вами. Поплаваем. То мужчины разговаривают. Мужчины разговаривают. А мы с вами уплывем, чтобы не мешать. Ну, кайфу, да? Всем вам передаю самый-самый солнечный привет. А моя Олечка, вот что значит жизнь в турецкой семье. У моей Олечки в семье есть не только машина, но и собственная лодка. И в выходные дни они с семьями, ну, семья мужа, ее семья, ездят на рыбалку. И она мне прислала видео. Я сейчас вам прикреплю. Смотрите, друзья мои. Наш улов — это рыба ставрида, вроде бы, я не знаю, маленькая. Мы, получается, ловим там просто крючки с разноцветными такими блестящими, короче, веревочками. А на наживку тут нету. Мы здесь, мы, поэтому мы недалеко от берега. А так на наживку побольше рыба. Там сибас, потом что там еще, какие рыбки есть. Большие. Это вот туда надо плыть, на тот хвостик. Беда. Тоже крепко держи. А теперь крути. Так, когда-то.
вечера море успокоилось. Такой вот штиль. Лепота, красота. Медузы иногда проплывают. Друзья мои, переключаемся. Я уже дома, я уже постирала белье, сейчас все уложу в сушку и смотрите, что произошло. Опа! Помните, я в Стамбуле покупала такой, как он называется? Скажи, я скажу. Не сумка, нет, шопер, да? Шопер. Короче. Села, походу, смотрите, Марусина сумка, какая была моя, я стирала на 40 градусов, друзья мои. Марусина новая, она ее пару раз носила, она чистая, а моя была уже в пятнышке, поэтому я ее постирала, и она на 40 градусов села, друзья мои. Ну, ничего страшного, просто имейте в виду, если вы покупаете такие вещи... Это, наверное, лен или мешковина какая-то, то надо на 30 градусов стирать. Вот так проводит день моя Шанелечка. А я на обед готовлю курочку. Научила меня готовить Оля с Беркаем в Стамбуле. Значит, куриное филе, соевый соус, чеснок, красный перец, черный перец. Делаем в маринаде, а потом жарим. И на гарнир у нас вкусный рис. Мои мудрые зрители, посмотрите. Соль сказали поставить сверху на коробку со специями. Удобно же, не надо наклоняться. Вот такой маринад у меня получился. Значит, я сейчас это все перемешиваю. Здесь красный перец, черный перец, чеснок, соевый соус. Это мы все перемешиваем и оставляем в холодильнике. Можно на сутки, но у меня на несколько часов. Маруся придет с тренировки и буду готовить ей обед, ужин. Упс, друзья мои, переключаемся. Ветерок хорошо у нас на горе. Идем с вами на базар. Мы сейчас пройдем мимо базара. Мне нужно еще в аптеку. Маруси кашель сухой. Я куплю ей микстуру. А на обратном пути зайдем в Шок. Мне нужно подсолнечное масло. Мне нужно купить рис. И уже потом на базар. Красивая одежда для деток. Так, ну вот видите, здесь дыньки. Раба. Дыньки по 10.
лир штука или, или килограмм. Потом узнаем, друзья мои. Арбузики, помидорчики, огурчики. С этой стороны черешня. Виноград уже продается. По 20 лет черешня. Гюзель, говорит, классно. Слива, шелковица, клубника. Цены нету. Вот листья для долмы. Свежие. Морковь, петрушка. Дозрите за... По-русски уже выучили название. Так, ну что, друзья мои, на обратном пути мы с вами все купим. А сейчас ускоряемся. В принципе, по 20 лет. И здесь черешня. И здесь вот тоже здесь какая красивая черешня. Вообще огромная. Шампиньоны шикарные. Клубника пахнет. Как вкусно. Помидоры по 10. Ой, друзья мои, ну, красота, красота, что вам сказать. Запахи, ароматы, тоже ароматы стоят. Какая черешня красивая вообще, крупная, крупная. Рядом с базаром поставили такую карусель для детей. Ну, класс ведь! Правда, сейчас жара, и детки пока что дома. Купила я микстуру от сухого кашля. Стоит 109 лир. Продвигается строительство базара. Ну, круто! Мы сейчас с вами зайдем в шок, а потом уже на базар. Кстати, кому интересно, как я покупаю лекарства в аптеке без знания турецкого языка, расскажу. У меня есть Олечка, моя родственница, которая живет в Стамбуле. И она мне написала перевод. Сухой кашель и мокрый кашель. Я прихожу в аптеку, говорю, сухой кашель на турецком. Ну, читаю точнее. И все. И мне предлагают микстуру. Спрашивают, сироп. Я говорю, что лучше, сироп или таблетки? Ну, короче, купила сироп. Были и таблетки. Таблетки дешевле, кстати. Вот, 2 раза в день Маруся будет принимать. Так что все просто. В Турции очень доброжелательные люди. Всегда хотят помочь. Не бойтесь, не бойтесь. Говорите даже по-русски, если что, они включат переводчик. Упс, я уже в магазине Шок. Друзья мои, решила купить еще одно покрывало для пляжа. У меня есть розовое. Вот так вот оно выглядит, видите? Есть лиловое. Вот такое вот. Я куплю голубое. А для гостей, друзья мои, для гостей. Как говорится, когда ты живешь в Сите с бассейном, у тебя, возможно, будут гости. Марусе куплю вот такие вот сырочки. 2 куплю с клубникой. Вот с шоколадом или это ванильные ей не понравились, а клубничные понравились. А себе возьму
бутербродный, вот этот маргарин. Мне очень нравится вкус. Друзья мои, не пишите мне, что это вредно. Не пишите мне, что это вредно. Ну, потому что мне это нравится, а вкус масла мне не нравится на бутерброд. Так, и куплю ветчину, если она есть. Вот эту ветчину на бутерброды. И в блинчики я добавляю. Маруся горячие бутерброды любит. Рис я покупаю вот такой. Балдо. Олечка меня научила его готовить. Стоит 40 лир. И масло я куплю, которое стоит 37,50. Беру абрикосики, взяла черешню. Купила все, что хотела. Помидоры и огурцы не стала в этот раз покупать. Даже зеленый лук не стала покупать. Друзья мои, у меня еще осталось все с того понедельника. Так что, ну, в магазине это все продается. Поэтому я куплю, когда все закончится. Вот. Главное, что фруктики купила. И абрикосики, и дыньки, и черешню. Сейчас пойду выгуляю Шанельку. Потом буду готовить курочку в соевом соусе и рисик. Сделаю свежий салат. Будет нам вкусно с Марусечкой. Маруся, наверное, хоть у нее и кашель, но она очень хочет пойти на бассейн. Девочки, Наташенька, Света, привет вам от Минолы с улицы Университетская. Скоро, уже скоро вы переедете в Мерсин. А это моя горочка впереди. Для новеньких на моем канале меня зовут Светлана Балина. Год назад я с дочкой переехала из Эстонии жить в Турцию. И ни разу не пожалела. Я очень счастлива. Подписывайтесь на мой канал. Хорошо, друзья мои, кондиционер. Кстати, в лифте есть такая кнопка, вентилятор. Включаешь и благодать. А я, кажется, загорела, да? О, седина моя. Записалась на среду. В среду пойдем красоту наводить, друзья мои. Шанелька такая смешная в последнее время. Она не лает громко на меня, не ругает, а чихает. Так чи-чи-чи-чи. Ты моя красотка. Идем гулять. Да, гулять идем. Она такая милая вообще. В садах солнце, жара, так мы по тенечку гуляем. Вот наша ситая. Забор зеленый. Вот дорога к садам. Здесь мы с Шанелечкой и гуляем. Это мой дом. Кстати, я узнала, почему у нас на бассейне есть расписание. Ну, типа до 12 часов, а потом с 5 вечера до 10 вечера. А потому что, друзья мои, там охрана. Не дай бог, вас спасут. Ну и вообще, чтобы не было солнечного удара. Горочка. Возвращаемся. Шанелька с прогулки купила хлеб. Вот такой вот. Упс, друзья мои, переключаемся. Я уже дома. Покажу вам фрукты, которые я купила. Ой, Шанелька сидит. Язык свесит, жарко ей. Ой, а мне, друзья мои, вот хорошо. Вот что значит, утром я поплавала в бассейне, освежилась, заряд энергии. Так что все супер, друзья мои. Купила абрикосиков килограмм. Купила
полтора килограмма черешни. И купила две дыньки. Все, вот мой поход на базар сегодня. А потому что у меня огурцы еще есть, помидоры есть. Вот тут такие какие-то зелененькие положил мне. С красненькими и зелененькими. Ну ладно, что делать. Может, полежат, да, друзья мои, полежат. Так, и сколько я потратила? 25 плюс 20, 45, плюс 30, 75. Сейчас у нас уже евро почти 25. Грубо говоря, 3 евро отдала за все. Смотрите. Вот. Вот за это все 3 евро, друзья мои. Сегодня видно море.